И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И сегодня в нашей третьей части мы играем, конечно же, на карте кланов. И сегодня мы будем тащить, я так думаю, да. Потому что если я сейчас не убью этого щитоноса, это будет вообще охрененно. Да, я его не убил, но один из нас его убил. Это смена команд, и мы сейчас играем 6 на 5. В нашей команде 6 человек, если что. Но это, наверное, никак нам не помешает, я думаю. Потому что если это нам как-то помешает, то это будет, конечно, не очень уж круто. Ну, а так, я думаю, нормально все. Так, ладно. Закупаемся. Обязательно берем Дигл. Он нам сегодня понадобится. Кстати, да, патрульки ему тоже надо взять. И берем несколько флешек. Раз флешка, два флешка. Все, дальше погнали. Берем нашу флешку. Берем ее, готовимся кинуть ее. Выходим. И кидаем в прыжке вот сюда, подпрыгиваем сюда, кидаем флешку. Раз флеша. И вот так еще одна флеша. Тихо, выходим теперь. Тихо, тихо, тихо. Видим его, да? Ну, все, наверное, его видите. Как он так меня убил-то? Эй! С одного выстрелил. Как так? Это просто нереально. Вы видели это? Он даже меня не видел. Он просто взял дигл из первого выстрела, даже не прицеливаясь. Он убил меня прям в хэдшот. Охренеть. Ну, надеюсь, наши ребята победят. Потому что это Россия 28. Владимир, no name. Давайте, тащите. Вы затащите. Я в вас верю, ребята. Конечно, все, их трое. Они затащат. Низ, 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 низ. Но я не буду им говорить то, что это низ. Потому что тогда я спалю игрока, и меня могут за это кикнуть. Или запалить даже. Здесь нельзя вообще мониторить вообще. Потому что это сервер мясника. Не того мясника, просто мясной сервер. Сервачок. Это мясной сервачок. ПВП, мясной сервачок. Заходите. Конечно же, IP я не поставлю в описании, потому что это реклама. А за рекламу на моем канале... Бегаем дальше. Все, убил. О, конечно, еще взорвался! Конечно! Как же без этого? Так, ладно. Окей. Так, окей. Так, вилаем Карл. Ну, Карл у нас был АВПшником всегда, он и сейчас АВПшник. Пулеметчик! Креатор у нас пулеметчик. Он играет с пулеметом. Зло играет с МП5. Кто это такой? Кто это? А, Россия 228, это у нас играет с АК-47, поэтому, если у меня кончатся патроны, он всегда мне их сможет дать. Ну, в смысле, дать саму пушку. Вот чё. Ой, ну солью. Карл убил, офигеть. Эй! Блин, чё, я не могу в него попасть, эй. Чё за хрень? О! Хэдшот с одного патрона прям вообще. Офигенно. Тихо! Как так? Как он меня убил? Я не представляю даже. Он сидел, он даже не целился в меня. Как он меня так убил, просто вот я не знаю. Это просто офигенно как-то. Это нереально просто так убивать. Так как убивает он, это не, никто не убивает так. Поверьте уж мне. Уж сколько я играю в CS 1.6 и в других CS, никто так не убивает. Точнее, я так не видел никого. Чтоб с одной патроны... О, блин, меня... Охренеть, я слился. В хэдшот прям... Прицелился вот Карл у меня. Опа. Со скаута! Со скаута он тащит, смотрите, вообще. Со скаута он будет тащить. Так. Окей. Так. Так. Ладно. Нифига он затащил. Вот хочется сыграть с командой Villain, наверное, не сегодня, может, по месте, конечно же, мы сыграем с командой Villain, и, наверное, мы победим.
наша команда. Хотя хрен его знает, проверим, все посмотрим, все сделаем. Окей. Так. Окей. Так, это тут наш. Там бегает. И что дальше? А ничего не дальше вообще. Давай. 1-1. Бомба-то стоит. А звука бомбы-то нету. Не пикает что-то. Охренеть. No name. Затащил опять. Всегда тащит, ребята. Честно, сколько я уже играю, несколько раундов. Он реально тащит. Опять закупились, как всегда. То есть никто по-другому не закупается. Этому нравится вообще пулемет. То он ходил с калашом всю игру, теперь ему нужны только пулеметы, флеши и всякая хрень. Выходим, убиваем Карла в хедшот. Да, выходим дальше, выходим сюда. Здесь... Никого не стреляю, просто стену стреляю. Казалось, что это есть. Так, здесь никого нету. Нож! Да нож! Да нож! Есть! Есть! Впервые на этом сервере я убил с ножа. Охренеть! Они даже не стреляли в меня, они как-то не стреляли. Они делают, они стреляют, а потом пойдем. О, зато затащили. Это Россия 228 стрелял. Вара, охренеть. Он вообще стрелять, походу, не умеет. Этот парень вообще стрелять не умеет. С калаша именно. Так хрен его знает, с чем он умеет стрелять. Но с калаша точно он не умеет стрелять, это вообще... Это понятное дело. Ну, хотя кто умеет? Наверное, только я. Надо было флешки купить. Так, кемперить я не буду, просто здесь посижу. Тихо, там кто-то выйдет, наверное. Надо поставить еще нормально. И пойти. Так, слился уже. Выходим. Тут никого нету. Блин, залагаю. А где он сидит? Вот! Сразу убил. Он все видит всегда. Я всегда все вижу, ребят. Так. Так, там еще. Вот там. А, че, он меня стреляет, я же в него. Блин! Как так? Как я так слился, да, блин? Ну хотя бы я его ранил. Если, конечно, я его ранил. Но мы довольно-таки хорошо их вообще убили. Ребятки. Давненько я такой не видел. Так, давай. Пулеметчик против... О-хо-хо! Конечно! Пулемет против Дигла это ничто, ребят. Честно. Пулемет всегда побеждает. Давайте... Хельметы? А, хельметы у меня есть, да. То есть как-то уже само закупилось. Хотя бы отвлек его от чего-нибудь. Там сидит в темноте. В темноте. Темнота. Че, где он вообще есть? В темноте он. Че, где он был-то? Че, его убил, что ли? В темноте он был. Где-то там. Поэтому давайте возьмем Х-гранату. Кстати, можно две, наверное. Нет, только одну. Странно. Я думал, можно было две. Нет. Это шутка. Можно только одну Х-гранату. Это две флеши можно. Так, приготовились. Давай. Чисто. Да и ладно, ты прям так выглядит. Опа.
прикрою. Я всегда здесь. Что, не знаете, что я всегда здесь бегаю? Так. Закуп, давайте закупимся. Так, у меня пистолет, надо еще USB. Этого, наверное, хватит. На сегодня. Так. Опа! Опа! Хедшот. И перезаряжаемся, идем. Кто-то, блин, кто кидает-то эти смоуки, блин? Стали кидать смоуки. Два человека кинуло смоуки. Тут... На тебе, хедшот! Так играть нубас. Кстати, да, мне понравилось поиграть, я буду теперь сам. Только вот эту гранату куплю. Она мне пригодится, чё. В битве. Приготовились, всё-таки. Ой. Здесь уже попал. Да! Да! Да, блин! Блин, я не могу попасть в него. О! Опа! 4 хеда, ребят! Почти всю команду убил. Это офигительно. А, ну смог, давайте смог. Хотел хэ-гранат, ладно, смог будет. Пусть будет смог. Смог! Смог. Так, приготовили наш смог. Они что-то все там бегут. А сейчас здесь никого нету. Не правда ли странно? А, там был кто-то. Опа! Слился. Опа! Еще один слился. Нет. Ты серьезно, нет? Что-то туда идти, блин! О, ты свой. Я думал, ты не свой. Ты гадина. А, там еще один сидел, да ладно. Серьезно, да, я что-то не заметил. Да. Я вообще не понял. Ну ладно. Один на один, давайте. Как будто знает, где он, смотрите. Просто логика, наверное. Ладно, пулемет всегда тащит, поэтому как-то так вот. Что, возьмем? Давайте возьмем. Давайте эту вещь возьмем. Вот это. И давайте хэ-гранату. Она нам сейчас пригодится в битве. Так. Кидаем уже нашу гранатку. Сюда, блин! Откуда вы? О, двоих! Офигеть, я двоих убил. Дробовички. Дробовик это офигенная вещь на самом деле, блин. Там кто-то сидит? А, там этот. Чё? Думаешь, такой крутой, меня обманывает. Хотел, ну, с ножа, ну вы чё, ребятки, вы чё помешали-то мне? Блин, я так хотел это сделать. Ладно. Где у нас там наш опять этот АВП-шечка? А. Надоел мне тут. Как звать-то, блин? Шарган? Я не помню точного названия. Тихо выходим. Чисто все. Вообще никого. Так, еще. Еще сейчас один. А, не будет. Так. Знаешь, где-то там. Потому что здесь, там он не проходил. Черт. А, ты че? Че такое? Ты че делаешь-то, блин, эй? Да ладно, спрятался там. Гадина.
С одного патрона! Офигеть, он его убил. Да ладно. Как будто он знает все его ходы. Этого... щитоноса. Да. А с ОВП мне нравится делать. Смотрите, вообще хорошие такие вещи-то я прокручиваю. Хопа. Минус 4 сделал. Хопа, минус 3. Блин. Перекатается снизу. Следующий раунд будет в следующей игре. Пошел ты нафиг. Опа. Я тебя отомстил. Под конец игры. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии под видео. И всем удачи. И всем пока.